Спасибо, глубоко уважаемый председатель, дорогие друзья. Развитие химиотерапии опухолевых заболеваний – это сравнительно короткий период времени, и, собственно говоря, вся история химиотерапии начинается с реально 40-х годов 20 века, когда появились первые данные о возможности получения эффекта при использовании химических средств для, ну, в первую очередь, это были исследования Хаггинса, который в 1939 году перед началом Первой мировой войны опубликовал свои данные о возможности получения эффекта при раке предстательной железы при использовании препаратов женских половых гормонов. Он использовал идеи Битсона, которые в то время, когда еще неизвестны были характеристики половых гормонов, впервые показал, что течение рака молочной железы может быть подвержено воздействию гормональных. Ну, в данном случае речь шла о хирургическом лечении, о кастрации. Обычно историю химиотерапии начинают с исследований Джильмана, Гуднера и Филлипса, которые в 1943 году, работая в условиях закрытого учреждения, в условиях мировой войны, шедшей в это время, и изучая азотистые аналоги иприта, показали возможность получения эффекта при лимфомах. Опубликованные эти данные были в 1946 году, и вот эта публикация произвела такое впечатление, что был большой взрыв интересов к использованию химиотерапии. Ну вот в это же время начал свои исследования в Бостоне Фарбер, который изучал возможности применения метотрексата при острых лейкозах у детей. В то же время, когда энтузиасты занимались этим, возникло такое разочарование в возможности химиотерапии, потому что эффекты были кратковременны, препараты были достаточно токсичны, и целые десятилетия только отдельные энтузиасты, такие вот действительно, как Фарбер, который когда-то всю свою жизнь посвятил работе химиотерапии и умер на своем рабочем месте. Он, когда приехал за ним водитель вечером, чтобы вести его с работы, он его долго ждал, и когда поднялся, увидел, что за своим письменным столом скончался Сидней Фербер, который, собственно говоря, был основоположником возможности химиотерапии лейкозов, острых лейкозов у детей. И вообще нужно сказать, что история химиотерапии, она полна историей людей, которые посвятили свою жизнь этому в то время еще малоперспективному и казалось такому неблагодарному направлению. Ну, вот это Джильман и Филлипс, которые изучали, вот, Ну, нужно сказать, что такая драматическая история химиотерапии опухолевых заболеваний, вот она отразилась в судьбе доктора Ли, который в Национальном раковом институте изучал возможность применения метотрексата при трофобластической болезни. И первые две пациентки, которые были излечены, ну, у которых был получен явный клинический эффект, когда он доложил их на конференции в Национальном раковом институте, очень квалифицированной аудитории были признаны спонтанной регрессией. И было вынесено решение рекомендовать ему прекратить работать с этими токсичными препаратами. И он отказался от этого и вынужден был уйти из Национального ракового института. И по иронии судьбы, когда уже через 10 лет
получали престижную премию «Ласка» люди, которые работали в области химиотерапии противоопухолевых заболеваний, он получал его вместе с тем, кто выгнал его из Национального ракового института. Вот такая судьба. Он продолжал работать. Он работал в институте Слоун Кеттеринга, он создал, разрабатывал химиотерапию опухоли яичек. Он много сделал после этого, но это показательно в отношении того, что, каково было отношение к возможности химиотерапии в начале вот этого, и того, как, насколько самоотверженными людьми были те специалисты, которые работали в этой области. Ну, в России Леонид Федорович Ларионов был основоположником экспериментальной химиотерапии в нашей. И он вместе с... Он работал в Ленинграде. И вместе с, с химиками разработал новимбихин. Препарат, который обладал активностью, который в свое время широко использовался при лимфогрануломатозе. Но я считаю, что самая большая роль в развитии химиотерапии в нашей стране сыграл Николай Николаевич Блохин, который сам был хирургом, который блестящим хирургом, но он хорошо представлял себе границы и возможности хирургии при раке, при злокачественных опухолях. И был уверен, что больные нуждаются еще в дополнительных воздействиях для того, чтобы получить действительно настоящий эффект. Вот. Он организовал в 1952 году, был организован институт, как он тогда назывался, экспериментальной патологии и терапии рака, это теперь онкологический научный центр. И он создал в нем лаборатории экспериментальной химиотерапии, химические лаборатории. И в маленькой клинике, там вся клиника института была на 60 коек только, и он сам занимался клиническим испытанием противоопухолевых препаратов. Вот первые результаты применения созданного в то время хлорзеламинного производного сарколизина были доложены именно на сессии Академии медицинских наук. И вот по счастливой случайности один из первых пациентов, который получал лечение сарколизином, был больной Миронов такой, прославившись у нас с огромными метастазами семенома яичка. Ну, теперь ничего удивительного никого не представляет. Все знают, что семенома яичка – опухоль высокочувствительной химиотерапии. Но в то время-то этого никто не знал. И с изумлением видели, как эта опухоль исчезает. И вот этот же больной через 7 лет, это больной действительно излеченный. И исторически это первый в истории химиотерапии, первый в истории медицины зафиксированный должным образом клинический эффект и излечение больного со злокачественной опухолью с помощью химиотерапевтических препаратов. Соответственно, было первое в нашей стране отделение химиотерапии было создано в 1960 году в Институте экспериментальной клинической онкологии, и Николай Николаевич Блохин пригласил возглавить его профессора Астрахана, высокопорядочного и очень эрудированного человека, который особенно интересовался методикой клинических испытаний. И, собственно, первые в нашей стране разработку методики клинических испытаний противоопухолевых препаратов – это работа Владимира Ивановича Астрахана, так же, как и первые попытки комбинированной химиотерапии злокачественных опухолей. В 1965 году создается отделение онкологии в Институте имени Петрова. Но Михаил Лазаревич Ершанович возглавил это отделение. Ну, мы только что слышали
всей его биографии, я могу сказать, что это прекрасно, что его памяти посвящено это заседание и будет посвящаться традиционно, потому что это человек, который вложил очень много из современной истории химиотерапии. Я не буду повторяться, вот только что был доклад, но могу сказать, что он был моим другом. Я очень его любила и люблю сейчас, и благодарна ему за все, что он сделал. Он редактировал одну из моих книг, так что у меня лично, не только, так сказать, общественное, но личное отношение к его памяти. И я просто счастлива, что его память отмечается таким образом. Ну, за это время в России очень много сделал для постепенно, ведь нужно себе представлять, что было очень много, мало противопухолевых препаратов. Препараты в основном это были алкилирующие препараты, достаточно токсичные. Первый антиметаболит. Вот появляются первые противопухолевые антибиотики. Георгий Францевич Гаузе, директор Института новых антибиотиков, очень большой энтузиаст. И человек тоже очень широкого кругозора, очень много этим занимался, работал. Течением длительного времени его заменяла недавно ушедшая она, Мария Николаевна Преображенская, которая тоже занималась разработкой противопухолевых. Ну и нужно сказать, что вот очень большое значение имело то, что Николай Николаевич Блохин был к этому времени избран в исполком Международного противоракового союза и активно занимался вот такой работой в Международном противораковом союзе. Он стал в 1964 году, он стал президентом Академии медицинских наук, и с этих позиций он поддерживал химиотерапию в нашей стране. Это очень важно, вот если сравнить это с тем путем, который прошли в некоторых других странах химиотерапевты, это, конечно, очень впечатляет. Вот директор института Честербити в Лондоне, сэр Александр Хэдоу, который занимался значением структуры противоопухолевых канцерогенов и, соответственно, их действия. Вот очень важное участие в международном, межгосударственном сотрудничестве между Соединенными Штатами Америки и Россией, в котором была признана проблема химиотерапии как одна из важных проблем. Вот я хочу сказать, вот это первая делегация химиотерапевтов. Так, вот здесь вы видите, вот, ой, простите, профессор второй слева, профессор Бёрчинелл, это классик такой известный, и профессор Зубрат, один из основных организаторов работы по противопухолевой химиотерапии в Соединенных Штатах Америки. Вот наша делегация возглавляет Николай Николаевич Блохин. Это вот тоже это делегат, это совещание. Вот подписывает протокол по сотрудничеству Де Вита, автор классического классического руководства по химиотерапии и человек, который разработал и показал возможность излечения саркомы Ходжкина, лимфомы Ходжкина. Ну, вот здесь как раз Де Вит из. Вот Михаил Лазаревич Гершанович, который активно участвовал в этом сотрудничестве, вот вы видите здесь совещание, которое происходит в Институте онкологии, тогдашнем Ленинграде. Вот основные этапы развития лекарственной терапии опухолевых заболеваний. Если вы посмотрите на это, что здесь, это 40-е годы. Этот хлоротиламин, синтетические аналоги природных стероидных гормонов, это скудные и достаточно, ну, во всяком случае, хлоротиламин достаточно токсичные и сложные применения препараты. Дальше появляются все новые препараты,
создается, входит в практику 5-флуорацил. Это уже 60-е годы. Эндоксан – это препараты, которые обладают активностью присоленных опухолей. 40-е годы – антрациклин, который до сих пор является одним из препаратов, с которым мы обязательно работаем. 80-е годы – производные платины. И 90-е годы – это токсаны, ингибиторы топоизомеразы. И целый взрыв препаратов появляется, которые так же, как появляется ингибитор ароматазы в дополнение к тамоксифену, который был до этого уже. И, наконец, первые таргетные препараты, построенные на принципе молекулярно-нацеленного действия. Ну и, наконец, 21 век одновременно продолжается активное изучение и введение в практику новых молекулярно-нацеленных таргетных препаратов. Их сейчас около 50. Вот 26 препаратов разрешены в нашей стране. И в список поддержанных правительству препаратов жизненно необходим входит 13 таргетных препаратов. Весь список состоит из 75 препаратов. А вообще в настоящее время химиотерапевты имеют в своем распоряжении более 120 противоопухолевых препаратов, с которыми они могут работать. Ну, вот здесь вот представлено постепенное введение в практику новых групп противоопухолевых препаратов. И здесь видите, как меняется вот верхняя строчка, как постепенно появляются реальные возможности. Вот появляется метотрексат при острых лейкозах. Вот семенома яичка первая. Вот метотрексат при трофобластической болезни. Вот комбинированная химиотерапия острых лейкозах и лимфогрануломатозах. Вот введение в практику адъювантной химиотерапии при раке молочной железы, толстой кишки. И вот комбинация и включение в практику лечения трастузумаба и других таргетных препаратов. Ну, я еще бы хотела вернуться к людям, которые так много сделали для химиотерапии. Это Эмиль Фрай, который разработал комбинированную химиотерапию лейкозов и лимфоузлов. Джеймс Холланд, многие его знают, он... Вот Девита из Убрат, когда они получают премию за свои использования по химиотерапии. Вот Бернард Фишер, который руководил исследованием по адъювантной химиотерапии. Причем интересно, что в то время в Америке не нашлось ни одного хирурга, который согласился бы давать, это были 70-е годы, который бы согласился бы давать своих больных для адъювантной химиотерапии после операции. Вроде все были заинтересованы, но больных своих никто не давал на это. И, в принципе, исследования по адъювантной химиотерапии были реально организованы в Анадоне и Веронезе, в Миланском онкологическом институте. Они сотрудничали с Фишером, но, в принципе, они были создателем этого, потому что в Америке не давали врачи своих больных и не разрешали проводить им противоопухолевую химиотерапию. Ну, я хочу еще упомянуть Крэга Джордана. Ну, петербуржцы хорошо его знают, он приезжал сюда. Это, собственно, разработал стратегию лечения тамоксифена и при раке молочной железы. И в настоящее время тамоксифен при раке молочной железы – это, так сказать, один из столпов возможности лечения этой опухоли. И нужно сказать, что современные представления об эффективности противоопухолевых препаратов в терапевтических режимах основываются на достоверных результатах тщательно организованных контролируемых клинических испытаний и вывод терапевтической тактики для конкретного больного в наше время определяется биологическими особенностями опухоли и пациента, то есть основывается на принципе индивидуализации терапии. Если посмотреть на современные возможности, чувствительность солидных злокачественных опухолей к современной противоопухолевой терапии,
то видно, что сравнительно мало заболеваний, которые излечиваются с помощью химиотерапии. Это в основном, конечно, лимфомы, это в основном острые лейкозы и гематологические заболевания, но там химиотерапия, безусловно, является основным ведущим. Но так, некоторые солидные опухоли могут быть излечены с помощью химиотерапии, такие как холинокарциномы матки, как злокачественные герминогенные опухоли яичка, ну, нефробластома у детей, эмбриональная рабдомиосаркома. Вот, собственно говоря, сравнительно небольшой набор это. В то же время включение химиотерапии в комплексное лечение позволяет лечить большую группу больных с злокачественными опухолями. И, наконец, для ряда больных, вот те, которые выведены здесь во второй и третий столбец с высокой частотой регрессии опухоли и с регрессией у 50% больных, удается привести процесс в форму хронического заболевания, когда больные, получая длительное лекарственное лечение, при сохранении качества жизни могут продолжать благополучно существовать. Ну и в заключение мне хотелось, поскольку эта конференция по большому счету посвящена вопросам лечения рака молочной железы, я могу сказать, что прогресс химиотерапии вот изображен таким образом, как вы видите, здесь большое число противоопухолевых препаратов разных групп, которые и препаратов гормонального плана, и таргетных препаратов, которые все новые и новые входят активно при этом виде опухоли. Ну, пример, например, является, разрабатываются новые известные препараты и их усовершенствование. Скажем, доксорубицин – это, так сказать, один из основных препаратов, которые используются. Но он обладает кардиотоксичностью, и для больных с сердечно-сосудистой недостаточностью разработан липосомальный доксорубицин, пегилированный липосомальный доксорубицин, обладающий меньшей кардиотоксичностью. Вот это исследование, которое показывает, что в 5 раз менее токсичен по сравнению с обыкновенным доксорубицином. Это пример того, как современные разработки меняют возможности уже известных и принятых, вошедших в практику. В принципе, современные лечебной терапии при раке молочной железы и при других солидных опухолях, собственно говоря, при всех опухолях, это ее индивидуализация. Ну, этому тоже будет посвящено отдельное заседание, я не буду подробно на этом останавливаться, но, во всяком случае, это уже стало достоянием широкой практики. И я думаю, что все врачи знают, что при люминальном раке молочной железы обязательно использование гормональных препаратов, при HER2-позитивном использование герцептина, потому что это изменило принципиально, или трастузумаба, это принципиально изменило возможности химиотерапии. Ну и, наконец, использование цитотоксической терапии, это, так сказать, при всех группах в ряде случаев показано, а особенно для тройного негативного рака молочной железы. Ну, все. Так, приехать введение в клиническую практику комплексных методов лечения рака молочной железы, в частности, широкое использование методов химии и гормонотерапии, улучшило результаты лечения, это получило отражение на популяционном уровне в форме снижения смертности от рака молочной железы в ряде стран. Ну, отрадно, что в нашей стране впервые наметилась тенденция тоже к снижению смертности. Заболеваемость от рака молочной железы во всех странах экономически, да вообще во всех странах экономически развитых в первую очередь, только растет. А заболеваемость явно снижается. Вот снижение смертности от рака молочной железы
в Британии, во Франции, в Соединенных Штатах. Ну и так же, как существует индивидуализация лечения рака молочной железы, я сначала сделала много примеров, но это уже не укладывается ни в какие рамки, поэтому я только могу сказать, что, скажем, вот индивидуализация лечения не мелкоклеточного рака легкого, это уже теперь реальность, когда аденокарцинома легкого, в зависимости от мутации EGFR, может подлежать, больные с этой формой могут подлежать лечению ингибитора тиазинкиназы при дислокации АЛК, применении кризотинива и с диким типом традиционной химиотерапии. Ну, я хотела бы сказать, что одна проблема, которая сейчас очень сложна и которая является проблемой не только для практически всех стран, но для самых экономически благополучных стран, это стоимость противоопухолевых препаратов. Потому что эта стоимость включает стоимость исследования по этому поводу. Показано, что создание одного и клиническое изучение, введение в практику одного противоопухолевого и успешного противоопухолевого препарата стоит около 2,5 миллиардов рублей, долларов. Соответственно, стоимость лечения, ну, как вы видите здесь, вот я взяла американские цифры, и в принципе, так сказать, это не самые дорогие из всех препаратов, которые... Ну вот видите, что Авастин или Бевацизумаб – это 5 тысяч долларов в месяц, а ведь его нужно долго принимать, все эти препараты. Имотинип или Гливок – это 92 тысячи в год. Эти больные должны получать это очень длительно. Ну и так далее. Я не буду на этом останавливаться, я просто хочу сказать, что очень здорово, что на этом форуме будет обсуждаться вопрос финансирования лекарственного лечения. Это очень важный вопрос, с моей точки зрения, очень трудно решаемый, но, во всяком случае, я могу сказать, что стремительное и все более ускоряющееся развитие противоопухолевой химиотерапии существенно изменило результаты лечения многих опухолевых заболеваний и открывает новые перспективы предклинической онкологии. Нельзя не восхищаться талантом, целеустремленностью и преданностью своему делу людей, создавших это направление и изменивших возможности лечения многих онкологических заболеваний. Сейчас уже нет необходимости доказывать, что противоопухолевая химиотерапия – один из важнейших разделов противоопухолевой клинической онкологии. Сейчас нашей задачей является ее дальнейшее развитие и облегчение доступности для наших больных. Благодарю за внимание.